Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Когда-то давно я записывал такой видосик, это еще были у меня часики Galaxy Watch 3 на Tizen OS, и видосик, значит, был такого характера. Какой формат видео можно будет проиграть на данных часах? И этот формат оказался только HD. Все, Full HD он уже, так скажем, не мог воспроизвести или не могли воспроизвести часы. Сейчас же точно такой же эксперимент, только хочу уже этот эксперимент произвести на часах Galaxy Watch 5 Pro 45 мм и посмотреть, какое же максимальное разрешение видео смогут воспроизвести данные часы. Я, естественно, установил туда видеоплеер. Кстати, про него тоже сделаю отдельный видосик. Загрузил три формата видео: HD, Full HD и 4K. Поэтому давайте посмотрим. Мне лично интересно. Не знаю, как вам. Поехали. Так, дорогие друзья, ну что, погнали. Значит, идем с вами вниз. Вот он, пожалуйста, этот у меня видеоплеер. В видеоплеере мы идем Pictures. И вот у меня три файла. Так, вот этот у меня файлик, это целый фильм, этот «Человек-оса», или как он там называется, два с лишним часа, это HD качество. Дальше вот идет MP4, это мой коротенький видосик Shorts, значит, Full HD. И последний, пожалуйста, вот этот вот, это уже 4К, разрешение 4К. Начинаем с видосика. Можно повторить сначала. Даже включим звук. Вот. Как видите, работает. Перемоточка даже есть. Причем очень все быстро, как вы видите. Он даже не тормозит. Это касаемо HD. Теперь давайте Full HD. Как вы видите, тоже нормально показывает. И теперь последний 4К. Звук воспроизводится нормально, но видосик уже притормаживает. Видите, все подтормаживает. Короче, HD и Full HD работает вообще отлично. А вот 4К уже, значит, он у нас подтормаживает. Так что знаете, если что, кому может полезно будет фильмы смотреть вообще без проблем. Если вас интересует, как добавлять, причем быстро, фильмы всякие и так далее и тому подобное, видосик скоро тоже сделаю. Ну а вы были на канале SmartWatch. Пока!